Также сегодня спортивное и патриотическое воспитание подростков обсудили на заседании Общественной палаты Алтайского края. Встреча впервые прошла в формате расширенного совещания совместно с общественными палатами муниципалитетов. Проблемы, какие-то там направления, течения в обществе, они здесь стекаются, да, потому что все наши коллеги, они представляют, как правило, очень большие какие-то общественные организации. Здесь стекаются, здесь это можно каким-то образом обсуждать, что-то генерировать, трансформировать и предлагать властям. Большое внимание на форуме уделили реновации детских оздоровительных лагерей и созданию круглогодичного центра отдыха и оздоровления на территории края. Обсудили и функционал новой должности советник директора по воспитательной работе. Наш регион стал одним из 35, где эту должность ввели с начала учебного года. Что такое советник по воспитательной работе для директора? Это, по сути, человек, который напрямую работает с детьми и с администрацией школы для улучшения взаимодействия, для развития этого направления, для выбора самых ценных практик в воспитательной работе, для их совершенствования и, безусловно, для того, чтобы слышать инициативу от детей. В ходе выездного совещания члены общественных палат совместно с представителями образовательных, спортивных организаций и профильных ведомств разработали ряд предложений по разным направлениям. Теперь их будут рассматривать на федеральном уровне. Это не просто знает страна то, что вы делаете, но многие технологии, предложения, они транслируются на федеральном уровне. То, что касается, например, бессмертный полк России, как развивается, да, в крае, то, как реализуются проекты, связанные со школами, вузами, форумы студенческие. Очень много интересных инициатив, ну и, конечно, волонтерство, добровольчество, то, чем сейчас живет страна. Уверена, что по итогам секции Общественной палаты Российской Федерации будет над чем поработать вместе с Алтайским краем.